117 незаконных киосков вывезли с самарских улиц с начала года. Каждую неделю демонтируют порядка 10 павильонов. Работа по очищению города продолжается. Особое внимание гостевым и туристическим маршрутам отметили на совещании в мэрии. Гостевые и туристические маршруты, мы их когда планируем расчистить? Ну, гостевые и туристические маршруты, то есть у нас там 48, из них 23 крупногабаритных. Я думаю, мы справимся все-таки до чемпионата мира однозначно. Всего в очереди на вывоз чуть больше 1000 объектов. Первым делом демонтируют небольшие киоски. Сложнее с крупными павильонами, но и они отправятся на спецстоянку, заверили в городской администрации. Также за неделю в Самаре убрали 40 незаконных рекламных конструкций. Щиты вывезли вместе с бетонными основаниями. Особенно много нелегальных конструкций убрали с больших улиц Старозагора, Дыбенко и Авроры. Налажен мониторинг за местами, где были демонтированы рекламной конструкции. На данный момент ни одной повторной установки не зафиксировано. На очереди еще 40 щитов. Их демонтируют и увезут до 10 августа. Продолжается работа по легализации незаконных автостоянок. Их в Самаре 175. Часть из них необходимы в густонаселенных участках города. Администрации трех районов предложили узаконить работу этих площадок. Процедуру проводят через муниципальное предприятие «Городской земельный центр». В ближайшее время легализуют работу 16 автостоянок. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События.